Перед началом отчета главы сельского поселения совхоз имени Ленина в фойе Дома культуры прошел общественный прием граждан. Свои вопросы жители задавали представителям управляющей компании и пенсионного фонда, после чего все отправились слушать доклад главы сельского поселения о проделанной работе за прошедший год. По словам жителей, местная администрация создает для них самые благоприятные жизненные условия. Люди, которые приезжают к нам, очень довольны, и мы довольны нашим проживанием, нашим и отдыхом, и дети вот у нас и катаются на санках, и с горки, и у нас каток открылся. У нас все доступно, все бесплатно, и мы довольны своей Еленой Ивановной, и жить нам очень здесь комфортно. По сравнению с тем, как мы жили раньше, и что сейчас делается в поселке, просто грандиозное улучшение, их видно невооруженным глазом. И как бы просто пришла до того, чтобы еще раз посмотреть, убедиться, какая большая, колоссальная работа проводится в поселке. В ходе отчета глава сельского поселения Елена Добренкова не только доложила о проделанной работе, но и рассказала о планах на нынешний год. По ее словам, основная и самая глобальная цель построения территории социального оптимизма останется неизменной. По итогам годовой плодотворной работы Елена Ивановна получает обратную связь от жителей. Безусловно, мы получаем отклики. Нельзя сказать, что это все время положительные отклики, потому что жители по своей сути бывают очень критичными, выдвигают какие-то замечания, мы пытаемся на них реагировать достаточно быстро. Но в основном это и в целом это положительные отклики о работе администрации в целом и работе поселения. Некоторые жители Ленинского района впервые прибыли в совхоз имени Ленина. Знакомство с сельским поселением на отчете главы оказалось для них весьма приятным. Хотелось бы просто вообще познакомиться с совхозом имени Ленина, потому что я здесь не был ни разу, первый раз пришел. И поэтому посмотреть, увидеть и познакомиться с тем самым. Свою оценку итогам работы сельского поселения за прошедший год дал первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков. Он отметил слаженное взаимодействие жителей и местных властей. По его словам, несмотря на небольшую численность населения, в совхозе имени Ленина есть неплохие перспективы для дальнейшего развития. Поселение всегда активно участвует во всех районных мероприятиях. В целом поселение очень много, вы посмотрите, проводится культурно-массовых мероприятий и мероприятий в области досуга для детей, для жителей, для ветеранов. Это очень важно как для нас, для районных властей, так и, конечно же, для жителей поселения совхоза имени Ленина. После отчета представители местной и районной администрации ответили на вопросы, которых у жителей было немного. А завершилось подведение итогов церемонии награждения тех, кто трудится на благо сельского поселения совхоз имени Ленина. Арсений Рогозянский, Владимир Бежонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.